А правила одинаковые во всех билдингах, да? Да, потому что ассоциация одна. Uh-huh. Ассоциация сидит в первом билдинге. Uh-huh. Вот, здесь, значит, mailbox. Uh-huh. Здесь машинки на этаже. Uh-huh. Здесь вот вы заполняете эти карточки. Это для машинок? Да, для стирки? Да, для стиралки. Uh-huh. Вот, ну здесь туалет есть, электричка вот здесь. Вот, лифты. Лифты они буквально 2 года назад заменили. Лифты все новые, современные. Сейчас зайдете, увидите, то есть не какие-то там разбитые, старые. Нам попался грузовой лифт, uh-huh. но идея так чисто. Да. Все 25 этажей, все три дома, да? Нет, здесь больше квартир, здесь 25 этажей. А в первом билдинге 12 этажей, но там, знаете как, там билдинг, он такой как бы угловой, одна половина там из серии 9, по-моему, этажей, а на второй есть как бы продолжение, там 12, mm-hmm. или 12 у первой, но а там 15, как-то так. Вот, это самый высокий билдинг. Билдинг, который посередине, там около 20, по-моему, этажей. Ну да, тут чистенько так довольно. Они все время убираются, я просто сама здесь жила, у меня uh-huh. родители живут, я знаю точно 100%, что я говорю, они действительно делают что-то для билдинга на данный вот момент, что я вижу. Они сменили ассоциацию, менеджмент где-то год назад, потому что предыдущая ассоциация там из серии можно было проводить кого-то нелегально, ну не следили так хорошо, и они все это поменяли, посадили новую. Они строгие, но как бы, как у любой ассоциации, есть правила. То есть и они вот стараются их соблюдать. Это one bedroom мы смотрим? Да. Помочь тебе?